Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки-ниндзя-легенды. Так, заберем ежедневные наши награды и пойдем пробежимся по заданиям. Бесплатный пак. Что нам выпадет здесь? Ага, саблезуб. Саблезуб выпадает. Так, дальше мы пробежимся по серии испытаний. Опять же, ребята, буквально минуточку-другую уделим времени, да, этому событию. Пройдем, и сегодня опять же арена. Хочу попробовать забраться в Лигу Мастеров 2 звезды. Так, тихонько. Давай, наверное, валуном попробуем их сейчас. Ага. Кабан выжил все-таки. Но Крэнк его быстренько усмирил, и мы переходим на последнюю, вторую волну. Так, если я сделаю, например, вертушку, ну, понятно, что они не упадут. Особенно вот эти два хламона. Давай попробуем хвостом ударить и... Вот, все, ребят. Все у нас тут хорошо получилось. Ну что же. Пробежали мы. Забираем, естественно, награды. И дальше у нас по сюжетке идет сражение в боях. Ну, сражение в боях все уже знают, как мы делаем. Так, где у меня змея-карай? И прокачиваем здесь. Значит, нам нужно еще найти 9 автомобильных вот этих номеров. И как всегда... А, нет, один выпал. Второй. Так, ну что, 2 есть, уже неплохое начало. Третий. Четвертый. Так, 4, да, автомобильных номера. Пятый. Шестой. Еще 3. Седьмой, восьмой и последний. 9. Все, ребят. Прокачиваем до 3 ступени холодной руки. Так, дальше у нас идет, ну, видеомагнитофон и 14 кружек. Но я, по-моему, уже задание вот здесь вот выполнил. Поднять уровень персонажа. Так, ну что, мы прокачиваем зэка. Хотя, знаешь, что я хочу сделать? Я хочу карайку хотя бы до 70-ника, ребята, апнуть. Вот так вот. Замечательно. Зэка чуть попозже будем дальше прокачивать. Так, теперь перехожу в поединки. О, тут у нас жетоны. Кстати, их нужно, ребята, обязательно сегодня получить. И поехали. Слэш. Замечательно. Сразу с первой попытки, ребята, нам выпадает слэш. Роквелл. Так, еще, ребята, 50 жетонов, 3 доллара. Две попытки, чтобы получить Пита. Нет, к сожалению, он Пит. Но все равно, ребята, слэш и Роквелл, я считаю, что это нормуль. Так, теперь блин, дай-ка я вот это вот уничтожу. Теперь, если нам... Сколько вообще у нас жетонов? 640. Нам нужно 710. Это мы получим 3 ДНК. Будет 79, да? Ну, почти 80. Это еще 20 ДНК. Хорошо, давай быстренько тогда здесь пробежимся по этому заданию. Тут времени у нас не очень много отнимет. Только вот нафига я взял сюда зэка? Обычно я беру сюда змейковьюна. Да, по-моему? Ладно, фиг с ним. Сейчас попробуем быстренько уничтожить, забрать наши жетоны и взять 3 ДНК на слэша. Давай дальше, тут будет 4 эпизода. Так, босс, какой у него уровень? 40-й. Видишь, что творит? Он хотел задебафить, но уровень у него маловатый. То есть против 80-ников он ничего, соответственно, сделать не смог. Даже против зэка, который у нас 71 уровень, да? А, 81. Ну что, жетонов уже, ребята, хватает нам для того, чтобы купить 3 ДНК. Ну, естественно, я буду проходить это событие полностью. Жетоны, сам знаешь, у нас на вес золота. Это единственная валюта, которая сейчас нам в игре нужна. Больше, особенно вот если брать осколки, я имею в виду золотые и серебряные, они нам уже не нужны. Единственное, что платиновые, да. Но они получаются только раз в неделю.
в понедельник, когда начинается новая неделя. Так, ну что, и последний у нас поединок. И думаю, никаких проблем не будет с уничтожением змей Ковьюна. Единственное, что вот мне не нравится Зек. У Зека еще... А, нет, у него повышенная атака по змей Ковьюну. А у змей Ковьюна пониженная атака именно по Зеку. Так, Ванек, давай-ка... Он вообще не попадает. Давай из гранатомета бомбанем. И добивать уже надо его, в конце концов. Ну-ка, если так бросим. Все. Тут победа. Я даже не сомневался, что мы пройдем идеально на 3 звездочки. И соточку получаем. Так, теперь сразу прямиком идем в магазин, в предметы. И покупаем 79 ДНК, как я и говорил, ребята. Еще и 210 жетонов у нас остается на запас. Так, ну а мы переходим, само собой, на турнирную арену, ребята. Лига Сёгунов, 3 звезды. Все-таки они меня успели сбросить, но это ничего страшного. Я делаю как и раньше, ребят. Возьмем кожеголового, возьмем этого паукуса. Раз, два, три. Ну и теперь главное, чтобы мои ребята меня не подвели. Кожеголовый-то сейчас, конечно, бомбанет круто, но вот сможет ли он уничтожить их всех? Вот этот вопрос меня интересует. К сожалению, нет. Для этого и змей Ковьюн... Ой. Что же у меня в голове змей Ковьюн? Конечно же, паукус. Паукус для этого и был взят, чтобы подстраховать кожеголового. Да еще скинули-то на 44 уровень. Ну, ранг. Неплохо. Вот почему, ребята, я всегда и... Когда перехожу в следующую лигу, да, я всегда желаю получить именно 50-е место. Это гарант того, что нас не скинут очень далеко. Но в данном случае нас скинули прилично. На 50... Какое 50? На 100 ступенек, ребят, нас опустили. Вот так вот. Ну что, давай, Армагон, бомби. Так, опять кабан выжил. На тебе. Причем у него вот этот выстрел, ты видел, он еще и блокирует способности, ребята. Делает вот эту вот головокружительную сеть. Ну что, 9-я позиция. То есть Лига Мастеров в любом случае у нас сегодня будет. И даже, скорее всего, будет именно 2 звездочки. Так, Бакстер. И возьму-ка я, наверное, здесь вот этих вот. У нас 15 откатов, если прикидывать по 2 поединка, это получается... Ну что это получается, 7 боев? Да, это 7 боев у нас. Тихо! Так, подожди, я не понял. Растудыть, твой тудыть. Так, я надеюсь, Лео отдуплится. Вот тут вот мне вот это не нравится. Ну, будем надеяться, что они тоже все-таки отдуплятся. Сплинтера нужно пробить. Опа. Так. В плане он сделал очищение. Какого лешего, ребята, он очистил, а? Блин, если сейчас майки... Нет, тут тогда надо делать очищение. По-моему, мы сейчас... Блин, он хиляет. У меня ни провокатора, никого нету, блин. Ты посмотри, а? Вот, провокация есть, ребят. Провокация есть, давай, Маузер, выручайте нас. Трындец, ё-моё. Вот так вот, вот называется, и доверяйся потом этому Джастину. Чуть было не отдуплились. Все, Лига Мастеров, 94-я позиция. Давай-ка посмотрим, может быть 16-23 где-нибудь тут. Хотя вряд ли, конечно. Ладно, берем... Чо-чо. Чо-чо. Да ничего. Давай, Рафаэль. Нет, Супер Шреддер, куда ты лезешь? Рафаэля и Зека, пожалуй, вот так вот возьмем. Ну, зря, на самом деле, я так делаю. Вот зачем, вот объясни мне, я взял здесь майки, например, да, и... здесь достаточно было бы Леонардо и Зека. Вот точно тебе говорю. Эти могли бы отыграть бы уже сами по себе. С какой-нибудь командой. Но я почему-то выпендрился. Ну, видимо, зря.
Ну что, с 94 места мы переходим на 79. 16-22. Так, вот здесь нету Микеланджело. Берем Макмана. Берем Рокзары. Так, так. И вот так. Ну, Рокзар у нас как провокатор пойдет. Морозилка, соответственно, это хил. Идет дебафер и основной дамагер. Возьмем провокацию. Делаем торнадо мусорное. Вообще чётенько. Троечка полегла сразу же с одного удара. И... да, вот так вот просто добьем. Все, ребят. Как обычно, все у нас хорошо. Все идет правильно и в нужном русле. И здесь мы переходим на 63 место. То есть через следующий поединок уже должен быть портишок, по идее. Логично? Логично, логично. Если я возьму здесь Ваньку, Карайку и еще одну Карайку, будет ли от этого какой-то толк? Я понимаю, что у нас очень много инициативы, и Ванька по своему уровню здесь определяет первый ход. Да ладно, Карайка переплевывает в... Ты серьезно? Даже Карайка-змея переплевывает. Да ну. Вот тогда, ребята. Вот тогда. Вот эти вот обе Карайки, что змея, что обычная, да, форма ее, они переплевывают Ваньку с тиранка по инициативе. Хе-хей. Хотя уровень у них всего лишь 70-й. Зашибись. То есть, если прикидывать, да, по большому счету, ребята, нам есть смысл прокачивать Карайки полностью. Что первую, что вторую. Так, вот если я возьму... Это же рискованно, да, для этой команды? Конечно, рискованно, ребят. Риск заключается в чем? Риск заключается в том, что... Блин, тут даже Донни не поможет. Давай так сделаем. Что 71 уровень Шреддер сразу не положит на лопатки. А они потом начнут ходить. Поэтому здесь уже Усаги. Ну, с этой-то командой ясно все, да? Усаги нашинкует, и Шреддер просто-напросто добьет. Тут никаких вообще проблем нету. Вот и результат. Ну что, теперь нам придется действительно играть на откатах. Их 15 штук. Так, 34 место. Кстати, что-то начало замедляться. Я смотрю наше продвижение. Ну что, поехали. Берем Супер Шреддера и берем Кожеголова. Раз, два, три. Посмотрим. Интересно, у кого инициатива круче? У Кожеголового или у Шреддера? У Шреддера все-таки, да? Ну что, Кожеголовый, добивай. Просто-напросто тут двоих этих супостатов. Я еще удивился, что морозильная кошка устояла против сильного удара от супершредера. Хотя морозилка сама по себе вообще ватник. Ну что, 20-я позиция. Опять же, наверное, не сможем перейти, потому что там нужно где-то около 23 ступенек, чтобы перейти. А у нас, ну, просто не получится перейти. Так, Супер Шреддер плюс... Ну, давай опять же возьмем Кожеголового. Раз, два, три. Поехали. 55-е уровни противников. Что-то как-то... 55-й уровень... А, какие 55-е? 70-е? Ё-моё. Что-то я куда-то не туда глянул. Задумался на секунду о чем-то. Не том... И просмотрел, 70-й, конечно. 55-й я бы тут никого не брал бы. Один бы Шреддер справился, или один бы Кожеголовый. Ну что, перейдем? Нет. Я так и думал, что 23 ступеньки мы не возьмем. Продолжаем поединки, конечно же. 17-23 нам выдают. Я возьму. Давай. Блин, Донни не хочу. Я хочу просто сфейлиться, ребят, на своих экспериментах. Раз, два, три. И, кстати, у нас остается всего лишь на 4 поединка у нас откатов. Да.
Всего лишь на 4 поединка. Ну, мало. Что тогда будем делать? Ну, докуда дойдем, до туда дойдем. А что еще остается? Главное, что Лига Мастеров 2 звезды мы взяли. Мы, кстати, в тот раз тоже взяли Лигу Мастеров 2 звезды, 50 место. И нас скинули, ты сам видел, куда? Далеко и подальше. То есть, такое ощущение, что нужно брать уже просто-напросто Лигу Мастеров 3 звезды. То есть, к этому стремиться. Но откатов не хватит. Хотя я могу купить за $250 10 откатов. 10 откатов — это потенциально 5 боев. Сделают ли они нам погоду? Для начала недели, ребят, я думаю, даже и не стоит и пыхтеть. Потому что, ну что сегодня у нас? Сегодня среда, да? Да. Как бы выпендриваться. Подожди, точно среда? По-моему, четверг даже. Что-то я вообще потерялся во времени. По-моему... Сейчас гляну. У нас сегодня... Да, среда, ребят. Вот, если для среды мы с тобой возьмем хотя бы уже вот Лигу Мастеров 3 звезды, то это, ребята, вообще круто. Несмотря на то, что у нас сейчас рабочая смена, у меня в данный момент. Сегодня у меня крайняя ночь, получается, да? Завтра будут выходные, ну, минус день, потому что я его на тренировку, как бы... оставляю. И остается еще один, ну, один день. Один выходной полностью. Посмотрим, там надо будет поиграть в другие игры уже, которые мы просто не успеваем в будни, ребята, их заюзать. Это все вот у нас на выходных. Но опять же, иногда сейчас вот жарище на улице у нас стоит. И вот, поверь, вот вообще никакого желания нету что-то делать. А еще, короче, YouTube прикололся здесь. У меня... видос такой был по черепашкам ниндзя. Наверное, помнишь, да? Называлась серия «Осколков хватит на прокачку». То есть обычно, ребята, серия по черепашкам ниндзя, мне YouTube выставил за него страйк. Это раз. Удалил это видео, которое причем нормально так набрало просмотров. И написал, что я использую контент для взрослых, запрещенный. Вы видели хоть в одной серии, ребята, чтобы я в черепашках-ниндзя использовал взрослый контент, содержащий наготу или еще что-нибудь в этом роде? Что-то я такого не помню, чтобы я делал. Ну вот, мне так вот сделали, ребята. Естественно, я сразу же обратился в службу поддержки своей медиа-сети. Сказали, что попробуют разобраться. Посмотрим, ребят, что к этому приведет. Ну, я, конечно, в шоке. Я говорю, с таким успехом можно блокировать вообще все мои видео по черепашкам-ниндзя, потому что здесь у меня... А изо дня в день серии, они все, ребята, идентичны, понимаешь? Нецензурно выражаться, мы не выражаемся, то есть я не матерюсь в этих... Не знаю, ребят, какой-то чисто вот... просто подкол идет. Причем у меня было поставлено, что это этот видик идет как по взрослой, да? Ну, для просмотра взрослой аудитории. Они меня переводят автоматически в детскую, ну, что типа для детей. И тут же пишут, что содержится контент для взрослых. Вот логики я не вижу, ребят, вообще. Никакой тут логики нету с этим бардаком. Так, подожди, вот мне не нравится, что у нас тут вообще что-то как-то все в раскорячку пошло. Ага, ну и Донни крышка. Перед этого. Да ладно, он бросает гранаты, ребята, это плохо. Слушай, а мы выжили. Мы выжили, еще его подбили. Да, победили, но, к сожалению, у меня закончились, ребята, откаты. Да, 18-я позиция. Ох, у нас, смотри-ка, сколько, кстати, денег-то. 1320 баксов. Так. Ну что, приобретаю. Угу. И
Так, где у нас, подожди, энергия? Вот, вот это вот возьмем. Просто хочу, ребят, добить. 17-23. Блин, какая невозможная жара стоит, а? 27 градусов, ребят, на улице. Ну, для нас это жарко. Для нашего климата. Крайний север, 27, это, конечно, жестко. Так, ну что, погнали. Слышь, хотел сказать. Как ты умудряешься, а, спринтер, вот выживать? Всегда считал его ватным таким, знаешь. Несуразным персонажем, он все равно как-то выживает. Ну что, ага. Ничего подобного. Ладно. Пусть будет по-твоему. Два отката в любом случае мне придется, ребят, тратить. Давай так посмотрим. Кто по инициативе, интересно, будет серьезней? Крэнк или Кожеголовый? Все-таки Крэнк, понятно. Не, так, подожди, иммунитет вешает. То есть Майки оригинал будет посерьезнее, побыстрее, да, чем наш Кожеголовый. Ну что же, учтем этот. Запомнить бы еще. Что вот так вот получается. Ну что, друзья, Лига Мастеров 3 звезды, как ты видишь, это уже шикарно. 17-24. 17-24, так. Отыграть-то мы успеем? Нет, наверное, не успеем. Не хватит нам просто-напросто опять откатов всех отыграть. Ну давай, Шреддер, бомби по ним. Так уж и быть. Так, ты все больше и больше им ХП оставляешь. Ну, у Кожеголового вот этот вот кувырок по земле, я думаю, что очень крут. Хотелось бы как-то сходить именно первым Кожеголовым и посмотреть, сколько он наносит урона. А как это сделать можно? Ну, вот, например, я возьму Кожеголового. Блин, вот кого можно взять, чтобы... Давай посмотрим с Леонардо. Кто из них тут будет первым? Ну, наверное, опять Леонардо, как всегда. Ну да. Просто если я возьму... Опа! Вот это вот опасно. Опять же Майки, ребята. Опять же Майки выпендривается. Оригинал. То есть, если я просто возьму кого-то послабже, я боюсь, мы сфейлимся по инициативе. Сразу же причем. Так, опять здесь Майки оригинал, блин. Ну, короче, не дадут они мне поюзать ничего. Ладно, давай добьем тогда уж. Возьмем Шреддера, возьмем Армагона. И вот последние наши бойцы сегодня будут отыгрываться. Поехали. Морзилка должна, наверное, упасть от постепенного урона. Хотя тут валуном мы их приструним сейчас быстренько. Все, ребят. Все, 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 все. Прошли. Все замечательно. Все шикарно. Позицию занимаем там 40-ю, наверное, да? 43-ю. То, что нужно. И больше я пока здесь сделать ничего не могу. Поэтому будем закругляться. Всем удачи и до новых скорых видосиков.